ответственная работа. Когда еще раз в жизни, да, на 100 тысяч бенгальских огней так наступишь? Ну что, ребят, солнце зашло, мы все приготовили, ребята стоят в ожидании съемки. 100 тысяч бенгальских огней. Я смотрел ролики на YouTube, как поджигают 10 тысяч огней, 1000 огней. Зрелище достаточно впечатляющее. Но что же будет, если поджечь 100 тысяч бенгальских огней? Я думаю, это будет красиво, как минимум. А вон там вот лошади едут, они сейчас просто охуеют. Я так переживаю. Я тоже переживаю. 4 дня работы, ребят, наверное, не напрасно, дай бог. Я очень волнуюсь, давай. Да тут все волнуются. Да-дам, да-дам. Я чувствую себя сектантом таким. все норм, не кипишуем. Главное поджечь свою. Раз, два, три. Ёб! Тут такой жар стоит! Ни хрена себе! Я просто как в сауне, ребят! Достойно! Достойно! Давайте! Финалыч, ватру! Это 1000 лишних огней я купил специально, чтобы было минимум 100 тысяч в этой куче! Прошло уже минут 10, а все еще раскаленная эта вся байда. Ну-ка, покажи, как надо, мастер-класс.